Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся на кружке Лего-конструирования и продолжаем изучать наши новые наборчики Лего Веда 2.0. Вот сегодня мы собрали такую модель для совместной работы. То есть, смотрите, по отдельности мы уже вот эти марсоходы собирали, вот, и они каждый по отдельности ездил. И даже работая с датчиком, они у нас находили препятствия. А сегодня мы их объединили вот такой жесткой балкой, присоединили, ну, что-то в виде прицепа, и теперь они у нас будут, объединили мощности двух моторов, совместная работа. Значит, что здесь интересного в этой модели? Так как роботы, ну, довольно-таки примитивные, они могут ездить только по прямой вперед и назад, то нам для того, чтобы сделать разворот, придется программным способом останавливать один мотор, чтобы он не крутился. Потому что если вот смотрите, сейчас горят оба мотора, они у нас при нажатии на кнопки пуск поедут и будет движение прямо, потому что они одинаковой мощности, вот, и едут с одинаковой скоростью. Вот, посмотрите, довольно простая программа здесь у нас. Движение вперед, мощность двигателя и скорость. И мы это зациклили. Второй мотор у нас, видите, останавливается. Вот здесь вот сейчас у нас пока горят два смарт-хаба. Вот смотрите, два смарт-хаба, они сейчас у нас активные, поэтому они и заработают. Потом я программным способом отключу это. И посмотрим, как у нас в связке это сработает. Все, давай, вставай. И нужна будет помощь Тимофея. Так, запускаем. Поехали. Вот они у нас едут по прямой линии. По прямой линии, потому что они едут с равной скоростью. С равной скоростью. Сейчас мы немножечко проедем вперед, и потом нам нужно будет повернуться, повернуть. Вот он немножко уклоняется в правую сторону, потому что, смотрите, здесь у нас ведущее правое колесо. Вот выход. Так, теперь давайте, значит, мы останавливаем программу. Останавливаем программу. Не, нет, ты не трогай, пусть там это. Здесь вот мы отключаем один из смарт-хабов, только бы угадать, какой. Так, отключили этот. Вот он у нас как раз, значит, повернется, будет поворачиваться в левую сторону. И запускаем программу. Смотрите, что происходит с нашим. Так как левый у нас сейчас не работает. Вот он. Так, останавливаем. Немножечко вот так вот поверни сюда. Да, вот сейчас Тимофей. Включай второй смарт-хаб. Вот он у нас появился в списке. Мы его активируем. Дожидаемся, когда происходит сопряжение. Происходит сопряжение. И запускаем программу. И они теперь опять у нас работают вдвоем. И поэтому связка из марсоходов едет опять по прямой линии. Вот он у нас к нам возвращается. Но опять он немножечко заворачивает на правую сторону, потому что выход вала из мотора происходит с правой стороны. Ну все, останавливаем. Программу мы с вами разобрали. Вот, а сейчас немножко скажем, чем отличается LEGO Veda 2.0 от набора LEGO Education. Значит, самое главное отличие – это наличие вот этого смарт-хаба, который является процессором, который осуществляет связь с ноутбуком или с планшетом, с управляющей программой, вот, и передает эти команды на мотор, который мотор их потом исполняет. Вот. Поэтому мы при помощи этого наборчика имеем возможность знакомиться с такими несложными элементами программирования. Вот. Так что сейчас соберем с вами, с Тимофеем, другую модель и будем продолжать изучение дальше. Ну, до новых встреч!